Восьмой открытый окружной фестиваль «Музыканты против войны» состоится 4 сентября в 15:00 в культурно-досуговом центре «Молодежный». Он проводится ежегодно в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Музыканты разных творческих направлений, солисты, ансамбли, чтецы своим творчеством выражают поддержку борцов за мир всех стран и народов. Подать заявку на участие можно до 1 сентября.